Арина и Алиса. Всем привет, друзья! Сегодня мы открываем такой большой жемчужный шар LOL. Мы его выписывали из Москвы, с магазина Toy.ru. Сразу будем говорить для тех, кому интересно. Сами мы живем в Хабаровске. Такие шарики для нас редкость, поэтому приходится выписывать все из Москвы. Да. Ну что, посмотрим, что внутри? Давайте так аккуратненько разрежем упаковочку. А замочка что, там нету? Есть. Есть, но ты... А, Алина хочет сохранить упаковочку, поэтому разрежем аккуратно сзади. Смотрите, ребята, какой у нас большой шарик LOL. Смотрите, какой большой, красивый, блестящий шарик. Вот уже видно внутри у нас. Это что такое? Это для домика, да, ставится такая, как бы, фон, я так помню, это в жемчужинку, по-моему, да? Похоже, да. Ну, давай уже будем открывать. Смотри, тут надо расстегнуть вот эти штучки. Смотрите, открываем. Ребята, тут у нас написано LOL. Да, тут тоже написано LOL. Шарик блестящий, очень красивенький. Ух ты! Ребята, смотрите, какие тут хорошие. Да, он похож на золотой шарик большой, только тут все в уменьшенном размере. Ну, как бы сам шарик поменьше, шарики кругленькие размера такого же, но их просто меньше. Вот уже видно, у нас внутри гигантская бомбочка. Да? Да. Тут получается на 6 сюрпризов. Тут будет одежда для наших куколок. Сейчас будем смотреть. Смотрите, давайте выложим. Давайте начнем с этого шарика. Давай посмотрим. Смотрите, какая тут маечка. Как футболочка для плавания. Угу. Такая маечка. Это что-то большое. Смотрите, трусики. Ой, какие трусики красивые. Тоже зелененькие. С рюшечкой. Так, еще. Смотрите, какие тут у нас ботиночки красивенькие. Беленькие. Это такие туфельки. У них как будто меховые шарики. Помпончики. Вот эти, да, помпончики такие. Такие ботиночки часто в конфетти, да, встречаются. Они к этому, а эти к этому. Угу. Это для большой сестренки, да, вся, да, одежда? Это для большой сестренки. Так, это у нас туфельки со второго комплекта, такие, как сандалики. Так, ребята, смотрите, тут для этого. Так, это такая у нас юбочка с трусиками, с рюшечками. Очень красивая. Для купания, очень красивая. Так она получается, вот это перед или зад? Это? Угу. Вот это перед, а это зад. Угу. Смотрите, вот первый у нас комплект уже собран. Осталась у нас еще кофточка. Смотрите. О, какая кофточка красивая. Угу. Для плавания. Как бюстгальтер такой с ракушками. Так, ну, и теперь смотрим. Вот это гигантская, да? Ничего себе, я думала, она поменьше будет. Вот это гигантская бомбочка, которую мы сейчас будем, наверное, час растворять. Так, что тут у нас? А, это у нас наклеечка такая классная. Ее можно наклеить на шарик, да? Также тут входит инструкция, что делать с куколками. Они у нас могут менять цвет. Угу. Сестренки. Посмотрим. Так, все, это мы наоборот достаем, да? Угу. Сейчас мы все подготовим. Нам надо, получается, вот эту штучку взять. Так, ребята. Так, мы приготовили водичку, поставили в чашечку. Сейчас будем аккуратно открывать бомбочку. Вот, мы открыли. Ой, какая она огромная, посмотрите. Она у нас наполовину розовая и наполовину желтенькая. Да, еще такие тут интересные какие-то в розовом у нас, где-то потемнее, где-то посветлей. Угу. Да. Смотрите. Ну что, опускаем ее? Давайте. Ничего себе! Ничего себе!
Вот это класс! Вот это здорово, да? Такое бурление! Это, конечно, с маленькими бомбочками вообще не сравнить, да? Я мастер! Смотрите, ребята, как оно оранжевое становится, сколько раз. Вода оранжевая, потому что желтая с розовым. Смотрите, там же что-то появляется, видно. Вот мы растворили наконец-то нашу бомбочку. Уже все, наверное, знают. Внутри такая жемчужина красивая. Для нас, конечно, это жемчужина новшество. Мы такую раньше не держали в руках. Алиночка тоже. Алиса, подержи. Алиса пришла у нас помогать куколки нам открывать. Алиса очень любит лол. Давайте, могу открыть. Ну что, давайте открывать, даже смотреть, что внутри. Момент. Ой, даже кот пришел. Привет, кот. А, в пакетиках. И тут еще что-то внутри. Чуть-чуть немножко. Пакетики мокрые. Ну, совсем-совсем незначительно. Да. Да, это интересно. Что же тут? Вот это бутылочка. Бутылочка. Какая классная бутылочка. Алис, дай посмотреть. Такая бутылочка. Держи бутылочку. Так, смотрим, что у нас там. Сестренка. Какая красотка. Они в какой воде меняют цвет? В холодной. Холодной. Сейчас мы принесем водичку со льдом. Покажи, Алисе, сестренку. Ой, какая красивая сестренка. У нее сосочка белая. Ой, какая красивая. Она такая смугляшечка. У нее такая кожа золотая. Волосы перламутровые и розовые. Теперь откроем самую большую штуку. Вау, ребята. Вот она, Алинина мечта. Знаете, ребята, я вот в золотом шаре блестящие осыпаются куколки, а в этом шаре куколки без блесток. Алина такие хотела, да? Да, это моя мечта. Куколки золотые еще и без блесток. Вот это класс. Это куколка-русалочка, да? Алисонька теперь может ими играться. Сейчас ее девчонки нарядят. Давай оденем куколку, Алис. Я вижу уже, что кое-что меняет цвет. Сосочка, да? Она не достается? Так, вот мы принесли водичку со льдом. Будем купать наших куколок. Ну-ка. Что у нее там цвет меняет? Сосочка. Сосочка становится розовая. И все? Розовая. Еще одежка. Нет, не меняет цвет одежка? Меняет, смотрите как! Ой, трусики делаются, да, розовые? Да. И фиолетовые. Фиолетовые. Угу. Видно. А у большой сестренки что меняет цвет? У нее купальник должен появляться. Так, куколка плюется. У нее появляется купальничек красивый, да? Ага. Ну-ка, вот, видно. Татушка. Купальничек и татушка, да? Какие они все-таки куколки красивые. Девчонки, еще если вот волосы льдом помазать, то у нее прям ярко-розовые они делаются. Вот видно, посмотрите. Да, и так же у большой. Да. Нет, у большой нет. Нет, почему тут маленькая? Тогда... Вот видно, что у нее купальничек прям зеленый появился. Красотка. Вот такая у нас получилась красотка. И такая у нее сестренка. А это красотка? Это красотка? Это не красотка, это жемчужинка. В общем, такие у нас сегодня классные куколки. Ну что, девчонки, понравились вам куколки? Очень. Очень? Алис, тебе понравились? Ой. Понравились куколки. Ну все, самое главное, что девчонкам понравились куколки. На этом мы попрощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. А также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Всем пока-пока. Всем пока-пока.